Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы с вами будем рисовать вазочку с какими-то не цветами, скорее листочками, наверное. Какой-то такой неопределенный рисунок. Вот. И давайте приступим. Нам, как всегда, понадобится листочек небольшой, акварельки, такие, какие у вас есть. Баночка с водой и кисти. Кисти я потом по ходу буду показывать, какие я беру. Но в основном это будет синтетика. Вот такие вот шестерочка. Вот. А это вот чисто ашановская. Вот. Из Круселя, например, вот такие вот. То есть, в принципе, кисточки недорогие. И также нам понадобится стерка, ластик, как любите называете, и карандаш любимый. И также, конечно, хорошее настроение и любимая музыка. Я сейчас включу свою музыку, вот, и начну рисовать, сделаю просто ее в быстром темпе, потому что это все может затянуться на долго-долго-долго, на несколько часов. Вот, давайте приступим. Да, также картинка у вас высветится, наверное, сейчас на экране. И потом вы сможете ее скачать в группе ВКонтакте. На нее будет ссылочка в описании.
Так, ну вот смотрите, получается у меня вот как-то вот так вот. Что-то такое необычненькое, красивенькое. Что-то такое. Теперь мы берем черную гелевую ручку. Любую. И будем сейчас все это обводить. Вот эти вот прорисовывать, вот эти веточки вот все. Их можно, конечно, коричневым тоненько привести, если вы сможете, но я хочу гелевой ручкой. Листочки вот как раз вот эти вот все. И, может быть, вот тут вот часть нашей вазочки. Вот. Но для этого надо, чтобы все полностью высохло. У меня еще вот тут чуть-чуть осталось, досыхает. И вот здесь еще досыхает. Поэтому я, наверное, начну где-то вот. Вот отсюда начну я. С этого листочка. Мы ведем его вот так вот, листочка по самому краю краски. Так, ну вот, в принципе, все. Немножечко вот тут по бокам вы видели, побрызгало. Мне хотелось какого-то такого легкого фона. Что-то такое немножечко легенькое. Вот здесь я брызгать не стала. Не хочу забрызгивать свои листочки. Можно, конечно, это сделать изначально, когда вы только-только карандашом нарисовали рисунок, побрызгать его, а потом уже раскрашивать, когда все это высохнет. Вот. И, естественно, у меня здесь маленький такой цветочек. Что-то, не знаю, почему-то мне вдруг так захотелось. Вот. Получилась такая ваза какая-то своеобразная. Честно, мне она и нравится. Какая-то она необычная. Немножко не нравится. Какая-то, ну, какая-то не что-то такая особенная изюминка. У вас, конечно, фотография была стеклянная. Вот, у меня там что-то тоже какое-то такое подобие получилось стекла. Вот, также сейчас мы ждем, пока все это высыхает, и вот здесь ставим свою подпись.
Вот, я подожду тоже, пока у меня высохнет, и потом уже поставлю. Наверное, это уже будет завтра, потому что у меня сейчас уже почти 2 часа ночи. Я с вами тут дорисовала. Вот. Также фотография. И вот это она будет, наверное, скорее всего, на аватарке видео, то есть что мы с вами рисуем. И та фотография, которую я рисовала изначально, которая была, она будет ВКонтакте в группе, я уже об этом говорила, ссылка будет в описании. ВКонтакте группа у меня есть по живописи, называется «Самарский мир живописи». Вот. Туда зайдете, там увидите, тоже будет этот же ролик. Сможете там же тоже написать свой комментарий и оттуда вы скачать картинку, либо вот эту вот, либо вот ту, с которой мы изначально начали рисовать. Вот. Все для вас. Очень надеюсь, то, что вы порисовали вместе со мной, что вы получили колоссальное удовольствие, как получил, допустим, я, рисую вместе с вами. Вот. Также рисуйте еще со мной, еще будет много-много уроков. Я очень надеюсь, то, что наберется определенная группа какая-то людей, которые вместе со мной будут рисовать. Очень надеюсь на это. И также вы можете свои фотографии, свои картины, шедевры. Мне будет очень приятно, если вы их там же в группе ВКонтакте оставите. Либо под роликом, либо я сделаю, наверное, альбом. Там вы сможете в альбоме оставить. До этого уже предыдущий у нас был с вами урок. Не помню, там должен быть, наверное, какой-то альбом. И можете туда сбрасывать ВКонтакте. Вот, если у вас нет контакта, вы можете мне написать на почту. Она стоит, видна, вернее, у меня в шапке Ютуба. И, наверное, там где-то еще, короче. Вот. Можете мне туда написать, и я смогу вам выслать фотографии. То есть, ну, фотографии этой картины. Той, которую мы рисовали, и вот этой. Ну, короче, поняли. Найдете выход, напишите мне где-нибудь. Я вам все вышлю. Если что. Вот, на сегодня это все. А с вами был канал Art Mania. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам и что вы хотели нарисовать. Также вы можете свои какие-то фотографии мне побросать, таких вот акварельной живописи, такие какие-то они простенькие, чтобы мне не приходилось искать каждый раз, потому что это я затрачиваю на это очень-очень много времени, чтобы просто что-то найти, что-то меня вдохновило, чтобы это нарисовать. Вот, а если у меня будет кто-то там что-то сбрасывать, это будет гораздо лучше. Также вы можете ВКонтакте сбросить в группе мне или прислать проще даже, наверное, будет ВКонтакте. Вот. На почту. Ну, проще будет, наверное, ВКонтакте прислать. Будет мне очень приятно потом порисовать тот шедевр, который вы так хотели вместе с вами. Вот. И можете также, кстати, ко мне ВКонтакте добавиться в друзья. Если вы хотите продолжать рисовать, то можно будет как-нибудь порисовать онлайн в YouTube на прямой трансляции. Мне кажется, это будет очень интересно, если хотя бы наберется человек 5, которые захотят порисовать онлайн, которые смогут это сделать. Вот, мне будет приятно. Обязательно пишите. Все, давайте, всем пока-пока, рисуйте со мной. А то время очень много затянулось уже.